Всем привет, друзья! Это Илья. Первый раз его вижу вживую. Говорят, ты жесткий. Да нет, это говорят. Вот, сегодня посмотрим, насколько Илюха жесткий у нас. Там в подтягиваниях будет заруба с весом, вот с этим колесом. Мы сейчас его взвесим, сами взвесимся. Ты сколько примерно весишь, как думаешь? 72-73. 72-73, я примерно 70, да. Ну, давайте, взвешивание. Значит, ребят, вот это колесо, смотрите. Смотрите, если ну, видите. Ну, 15 килограмм пусть будет. Я следующий. 71. Ядрить. Ну, 70 где-то, 70. Потому что одежда еще килограмм весит. Ну-ка. Во. Вот и жирный. 75 ты примерно. 73. Вот тебе и вот, сдулся на плюс 3 кг. Короче, ребят, тут такая тема, я решил тоже поделать, все-таки, ну, типа, я хоть и немного устал, но будем делать выходы с ним, а то Артур же не умеет. Ой, нифига. Оп, размазываем. Илюха пока что не знает, сколько я делаю подтягиваний, поэтому он первый начнет. Посмотрим, сколько задрот, он сделает. Да. Живет тут, я знаю, живет. Вот, тут. И, короче, если он больше меня сделает, то он красавчик. Первый человек будет, который больше меня сделал. Сюда, потом сюда, потом зацепляется. У меня такого не было, у меня был обычный ремень батюшки. Нет, если пока что не будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. I said you better watch what you're doing. Cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. All fight. Давай, 21. Дотянул. Да ты дотянул, еще висел. Нормально, ничего, бро. Сравнялись пока. Интересно. Короче, можно считать, что у него мастер спорта тоже. Но тут, конечно, не 24 килограмма, 15. Если он делает то же самое, то значит мастер спорта есть и с 24. Ну что, друзья, сейчас будем делать брусья тоже с тем же весом. 15 килограмм. Посмотрим, кто больше сделает. Я лично плохо на брусьях отжимаюсь. Ты хорошо? Я тоже не очень уже. Ну, хорошо. Было лучше. Посмотрим. Надеюсь, будет ничья опять. Сколько дадите? Time to take control. Time to make this work. And break away from this life so fought. Just revive me now. Cause I'm ready to live. Restoring me, my strength will fail when yours succeeds. Finally sets me free. Just revive me now, cause I'm ready to live. Yeah. 29. 29, но я, мне кажется, не сделаю. Да? Думаешь? Я постараюсь. And let's slip that one foot to the other. Rest of the day, you know. Rise to this occasion and shut down the voices that are causing this confusion. The relation of my evil to my condition is clear. Will I be the one to try this on my own and die here? I don't think so. Revive me now, cause I'm ready to live. Your power's filling my veins as I take all that you give. Yeah, ready to do this right. Falling apart, always hurt. Pain is blacking out the night, but the light will shine through even the darkest of nights. And I'll take what you got, cause I just can't get it right by myself. Revive me now.
27. Воу, первое очко. Ну что, ребят, выходы силой. Я кушал, поэтому не рассчитывайте на меня. Не возлагайте такие сильные надежды. Короче, в общем количестве у меня было 13, но чистых только 10. Сейчас посмотрим, сколько сделает мой оппонент. Облажались мы, ребята, облажались. Сделали мы 9 где-то. Ну что, друзья, вот и прошла заруба у нас такая со Славой, тоже Илюха зарубился. Получается, что в нашей зарубе Илюха все-таки выиграл, да, красавчик. Поздравляю тебя, да, ну победила дружба. Как говорится, воркаутеры дружные, ребята, где-то я это слышал, да? Вот. А так, спасибо большое за внимание, подписывайтесь на Славу и Илюху, вот внизу в описании ссылочки будут. Удачи. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Пока. В глаз попал.